А у вас бывало такое? Типа, моешь ты руки? Ну, типа, руки, хуюки, да, вот моешь, помыл. И такой, хуяк, а полотенца нет. И что делать? А рука-то мокрая, да? Лайфхак. На кухне всегда висит белье, которое было выстирано, и оно высохло. И смотрите, в чем суть. Оно чистое, и оно сухое. И берем вот так, опа, об один носочек руку. Опа. Да, он, конечно, меньше, чем полотенце. Поэтому берем, опа, оп, второй носочек. Так, хопа-хопа, ручку делаем. Опа-опа, смотрите, опа. Трусишки. Вот трусишки тоже можно. Хотя это плавки, они непромокаемые, об них нельзя. Труси, ой, это, снова носки, да, берем, так, хопа. Хопа-хопа. Опа. И смотрите. Ой, нет, рано. Рано. Вот еще делаем, делаем. Делаем, делаем. Они же еще будут висеть, они высохнут. Об этом не нужно беспокоиться. И смотрите, хопа. Рука сухая. Лайфхак.